Всем привет! Меня зовут Стас, я из Миксмарта, где вам всегда очень рады. Сразу хочу признаться, что на это видео меня вынудили мои дети. Сколько я их не пытаюсь приучить вкусным стейкам и сочным шашлыкам, они все равно хотят одного – гамбургер. Окей, и если я уже публично поддался на их уговоры, мы будем сегодня готовить гамбургер. Но не обычный, а шримп-бургер по-ново-орлеански на миксмартовский мотив. Новый Орлеан, для тех, кто не знает, это штат Луизиана, Соединенные Штаты Америки. Чем знаменит этот город? Во-первых, джазовая музыка и непревзойденный Луи Армстронг со своей трубой. Во-вторых, это неимоверной красоты красочный сочный фестиваль, который проходит каждый год Марди-Гра. И, конечно же, это новоорлеанская кухня, огромную часть которой занимают свежайшие морепродукты. И, конечно, в классическом виде шримбургера по-новоорлеански мясо заменяют на креветки, на шримсы. Я такого сделать не готов, потому что в нашей сети всегда прекрасное свежее мясо и великолепные креветки. Начнем подготовку с фарша. Посмотрите, какой я взял красивый фарш из телятины. Он немного с жирком для того, чтобы он был очень сочным. Рецепт фарша для Миксмаркт Шримп Чизбургер очень простой. Мясо телятины. Добавим немного нарезанной петрушки мелко-мелко, для того, чтобы было свежее. Здесь фарша 2 килограмма. Соль я добавляю 1 чайная ложка из расчета на 1 килограмм мяса. Вот так, с небольшой горочкой. Есть. И черный перец крупного помола. Он придает особую ароматность мясу. Примерно так же, наверное, как и соли, может быть, чуть-чуть меньше. И хорошенько замешиваем фарш. Мясо очень красивое. Как я уже сказал, что в сети Миксмаркт всегда свежайшее мясо. Котлеты я делаю по 330 грамм свежего фарша. Изначально закладываю. Вы можете взвешивать. Я этого уже не делаю, потому что рука у меня набита. Дети очень сильно любят мои гамбургеры. А тем более, что сегодня мы готовим Миксмаркт Shrimp Cheeseburger. Поехали. Берем кусочек мяса и укладываем в форму. Я обычно это делаю на бумаге для запекания. Очень удобно потом их отсюда снимать. Они не сильно прилипают. И точно так же отправлять в холодильничек. Вот у меня уже рука набита. Посмотрите, вот здесь будет 330 грамм котлетка. Не бойтесь, что она такая большая. Поверьте мне, ее съедают полностью. Котлеты я отправляю примерно на минут 20 в морозилку, для того, чтобы они немножко задубели. Так их будет очень хорошо выкладывать на решетку. И плюс добавляется время для того, чтобы подготовить соус и сделать булочки. Теперь по поводу креветок. Покажи, пожалуйста, сюда поближе. Креветки в сети Миксмаркт всегда свежайшие. А одна из компаний, которая поставляет морепродукты, работает на этом рынке уже более 80 лет и до сих пор держит планку качества. И сразу держите совет, бесплатный совет от Миксмаркта. Как узнать, насколько свежая креветка, если она в пачке замороженная? Если она, чем сильнее, точнее, она закручена, тем она свежее. Это говорит о том, что креветку заморозили в первые 5 часов после улова. В общем, ну что, займемся приготовлением креветки. Это будет очень просто. Нам нужно на сковородку добавить 50 грамм воды и примерно 100 грамм соевого соуса. Для чего мы добавляем воду? Чтобы немножечко сбить соль от соевого соуса. Когда вода и соевый соус нагреются, мы поместим туда креветки и припустим буквально пару минут для того, чтобы они покраснели. После этого мы отставим их в сторону вместе со сковородкой, и креветочки сами дойдут до той стадии, когда они будут готовы и сочные. А потом мы их просто доготовим на котлете под сыром. Примерно прошло полторы минуты. Посмотрите, какие они красивые, красные, румяные. Самое главное, они будут сочными. Мы их оставим здесь в сковороде, они просто дойдут сами. Подготавливаем булочки для Миксмаркт Шримп Чизбургер. Нам нужно разрезать их напополам. Делать это лучше всего ножом не ровным, а хлебным, чтобы их не мять. Вот так. Ой, хлеб нежный, пахнет очень вкусно. А эту сторону, срез, мякоть,
нам нужно немножечко прижарить на гриле, чтобы она такая стала криспи, хрустящей. Только за этим моментом нужно обязательно следить, потому что они очень быстро подгорают. Хлеб очень нежный и очень быстро подгорает. Буквально вот так немного, чтобы немножко-немножко было хрустящего. Это даст свой особый вкус. Соус будет на основе майонеза. Какого? Конечно же, это Махеев, потому что этот майонез самый лучший, поэтому всегда можно найти на полках сети Mixmart. Я беру примерно 200 грамм, пускай лучше немножечко останется, чем потом не хватит. Добавим совсем немного черного перца, буквально щепотку, 1/3 часть чайной ложки. Добавим укропа мелко нарезанного. И несколько зубочков чеснока. Либо мелко-мелко нарезать, либо, как в моем случае, чеснокодавилкой. Вот так. Я думаю, вы представляете, какой здесь сейчас будет аромат. И еще одну. Срезаем. И перемешиваем. Этим соусом мы смажем булочки сверху и снизу. И на каждую булочку буквально по неполной чайной ложечке, тоненьким-тоненьким слоем. Вот так, размазывайте хорошо. Я думаю, вы слышите, как булочка хрустит. С чесноком очень вкусно. Креветки готовы, булочки готовы, соус все подготовлено, можно отправлять котлету на огонь. А тем временем подготовим булочку. На булочку мы укладываем, конечно же, свежайшие листья салата. Не пожалейте, ведь овощи к мясу всегда хорошо подходят. Тем более с креветками. Пару долек тонко нарезанного помидора, даже можно 3, я смотрю, он не сильно большой. Посмотрим, как получилось с одной стороны. О, супер, отлично. Теперь можно выложить несколько креветок сверху. Я уже вижу, как красиво получится. И дадим креветочкам немножечко дойти. Котлета почти готова. Это значит, что можно отправить несколько ломтиков ароматного чеддера сверху на креветки. Вот так. Все готово, посмотрите. Вау! Это необыкновенно красиво. Посмотрите, посмотрите, посмотрите. Тут нужно очень аккуратненько все закрыть. Вай-вай-вай-вай-вай. Это настоящий Mixmart Shrimp Cheeseburger. Посмотрите, какая красота. А перед дегустацией я хочу разрезать, показать, как он выглядит внутри. Каждый раз жалею, что вам нельзя передать вкус через видео. Это необыкновенно вкусно. Котлета сочная, прожарка 62 градуса внутри, медиум. Креветки немножечко соленоватые, они дополняют очень хорошо котлету. Свежие овощи, сыр, чеддер. Подождите секундочку, я доем. Точный рецепт
будет в описании под этим видео. Обязательно подписывайтесь на нашу страничку. Обязательно подписывайтесь на канал в YouTube, чтобы не пропускать новые видео. И, конечно, помните, что если соединить огромный ассортимент, высокое качество и низкие цены, то получится микс. Микс Март. Всего доброго, приходите, мы всегда вам рады.